Зевала на время. Не самый лучший способ, лучше было тут идти, но тут он может пойматься на... Ну тут я интуитивно просто, тут много партий так играл, поэтому... Интуитивно пошел. Я знаю по компьютеру, что тут нужно делать. Иногда попадаются, и они неправильно делают. Так, а вот тут немножко призабыл уже, что надо делать. Попробую потом эту пешку тут вверх пойти и буду под ударом сразу два. Ладно, дам ему рокировку делать.
теперь слон и королева тут ему мат неизбежны. Слон все равно лучше немножко. Так, он теперь на эту пешку атаковал. Можно подкрепить эту пешку. Если тут пойдет к нему, лучше. Тут и там до пешки сдвоить. Тут тоже сдвоить, но тут потом легче разделять. Забрать, я могу попробовать тут и потом атаковать вот эту пешку. Лучше заберу. Не хочет. Могу и эту забрать. А он мат хочет поставить. Нужно тут было разменяться королевами. Они... А тут ему не может королева, обязан теперь быть. Не боясь бы его этой или королевы. Ну, конечно, больше пользы к моему стороне. Нужно теперь менять все. А, не мог видеть эту пешку. Thank you.
Ладно. Тут вот так способ против этой. Две такие фигуры лучше, чем одна башня и пешка. Поэтому тут уже спокойно меняюсь. Ой, не заметил, конем бьет. Тоже не заметил. У меня под боем обе фигуры. Теперь у него лучше преимущество. Хочет две башни на королеву разменять. По идее, две башни лучше, чем королева, но это опасно, можно их потерять. Под удар могут подставить. Ой, опять произвелся, да. Ну тут уже все.
вот хотел сигнал забрать. Королеву могу бить его. Он теперь должен бить эту ему. Насколько лагает, тормозит, но я мышкой быстрее двинула, чем эту пешку. Так.
Господин. Нет, он защищен. Я пешка. Какая-то пешка хочет спать. Вот, подкреплю. И теперь нету напала. Уже мало. Можно так. Thank you.
тоже значит плоскость. Слона. Так, не заметил. Нужно было бить. Вечный шаг.
допустил ошибку, теперь должен что-то потерять. Вот, потерял слона. Вот, поэтому этот метод такой как бы обманчивый, а на самом деле не самый лучший, но вот обманчивый и манливый. Пищу я. Когда зевнул. Начнешь зевнул.
ничего.
Я уже кончу запись.